Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, приветствую вас в ефірі. Здравствуйте, Алексей, добрый день. Хочу напомнить нашей аудитории, чтобы она подписывалась на YouTube-канал Радио НВ и на YouTube-канал Давида Шарпа. Ссылку на этот канал вы найдете в описании к этому видео. Начать хочу с вот той несправедливости, которая вот много лет касалась бригады специального назначения «Азов». Мы помним обращение командиров Азова о том, что, слушайте, ну, как так может быть, что именно Азов не получает западное оружие, да? Мы помним, через что Азов прошел в Мариуполе, это и, собственно, оборона Мариуполя героическая, и дальше плен. Ну и это обращение, кажется, наконец-то сработало. Есть подтверждение пока что только от сотрудников посольства США в Украине, что запрет на то, чтобы Азов получал западное оружие, был снят. У меня тут два вопроса. Как вы понимали этот запрет? Чем он мог быть обоснован? Ну и, конечно, второе. А чем же тогда воевал Азов? Ну, чем воевал Азов, мы видели, собственно, неоднократно на разных видео и фоторепортажах. Без американского оружия, оружия тоже хватает. Однако в нынешних условиях, когда есть особенно важные американские системы, ну давайте я даже не говорю, например, о стрелковке, а, например, взять ракеты «Джавелин», аналогов которых в украинской армии нет. То есть есть другие эффективные противотанковые ракетные комплексы, но, например, «Джавелин» дает некие особенные возможности. Вот тут отсутствие такого рода возможностей у подразделения первой линии. «Азов» — это подразделение первой линии, и, естественно, их репутация с военной точки зрения традиционно очень высока. Это очевидная проблема, когда те, кто являются самыми лучшими, те, кто находится в наиболее опасных местах и наиболее ответственные вещи, не смогут получать оружие, которое максимально эффективно для выполнения задач. Значит, поэтому, конечно, воевать было чем. Обойти, кроме американского, много чего немало, но это дает определенный бонус. И вот пример с «Джавелинами» — это то, что мне приходит в голову в первую очередь. Можно привести, видимо, и другие, например, ПЗРК «Стингер», еще кое-что другое. Конечно же, технику, например, получить «Брэдли» или воевать на советской БМП — это две большие разницы. Впрочем, «Брэдли» не так много, чтобы их распределяли между всех. Это уже выбор украинского командования. В общем, с оружием здесь понятно, и возможность использовать американские системы, если это не нарушался этот запрет до этого, то это будет серьезным бонусом во всех отношениях. Значит, ну а с чем он был связан, тут официально все известно. Это позиция американцами озвучивалась. Это когда Азов связывали с ультраправыми политическими движениями, соответственно, в Америке было принято политическое решение помощь ему не оказывать. Кстати говоря, подход вот такой дифференцированный, когда какие-то воинские части или подразделения в разных странах союзников, партнеров американцы подвергают санкциям, в общем-то, по, как правило, по политическим соображениям или еще каким-то другим, но каким-то другим, когда их обвиняют в нарушении прав человека, в преступлениях, этот подход не нов. Он имеет место уже довольно давно, касательно, и совсем недавно его пытались и почти применили в Израиле тоже, когда хотели наложить санкции на конкретный батальон даже израильской армии. Причем было это абсолютно даже необоснованно и высосано из пальца, не потому что я человек пристрастный из Израиля, а просто из принципиальных и юридических соображений вспыхнул очень серьезный скандал, и в последний момент американцев, что называется, уговорили этого не делать, и они это решение отменили. Так что, ну и такое бывает, когда имеешь партнерские отношения с Соединенными Штатами и во многом от них зависишь, нужно быть готовым к разного рода шагам, и в том числе шагам такого рода. Ну, тут еще есть интересная тема. Буквально вчера был назначен глава, это называется «Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины».
Значит, мы помним о том, что президент Зеленский объявил о том, что, ну, вот эти так называемые беспилотные войска, да, вот они должны быть сформированы. Вадим Сухаревский, это полковник, герой Украины, сейчас является командующим этих сил беспилотных систем ВСУ. И есть, на самом деле, дискуссия в Украине и даже среди военных экспертов по поводу того, а что могут представлять собой вот такие, ну, давайте их так грубо называть, беспилотные войска. Может, должны ли это быть отдельные подразделения? С другой стороны, это странно, учитывая то, что каждому подразделению сейчас нужны дроны, просто потому, что их используют все. Понимаете ли вы эту концепцию? Понятно ли вам, такое отдельное, командование, отдельные подразделения, которые занимаются беспилотными аппаратами? Непонятно, но не непонятно, я бы это, мое непонятно не в плохом смысле этого слова. Оно в том смысле, что здесь просто необходимо, как и во многих случаях, тщательно разобраться, что, собственно, будет. То есть, каковы реальные нужды формирующиеся внутри украинских вооруженных сил и как новое, назовем это, род войск или вид войск будет давать ответ на вот эти запросы или как он уже дает ответ на эти запросы. То есть тут ведь подход может быть совершенно разным, и у меня просто недостаточно информации. Подход может быть, это может быть некая структура, которая курирует все вопросы, связанные с беспилотными, с применением и взятием на вооружение беспилотных систем, а вот, собственно, само применение, это уже в войсках на самых разных уровнях. Такого рода структура могла бы быть, например, в других странах внутри воздушных сил Украины, если бы не Украины, а внутри воздушных сил. То есть если бы речь шла только о воздушных системах, ведь на самом деле есть и морские дистанционно управляемые системы, и есть даже наземные. Так вот, объединять ли наземные, морские и воздушные в одну структуру, не объединять, это интересный вопрос. Должна ли быть такая структура неким штабом, которая занимается координацией, но не сама их непосредственно не применяет, а применяют другие, либо она должна быть, вот как и воздушные силы, в буквальном смысле, применителем. То есть здесь есть очень много важных вопросов, на которые могут быть ответы, на которые, может быть, ответов еще нет. И очень много из этого, как и что нужно, хорошо известно самим пользователям. То есть украинцам, украинским военным, которые используют беспилотники от самого низового уровня, например, квадрокоптеры, которые осуществляют разведку на взводном уровне. И здесь, кстати, вопрос, нужно ли их тоже отдавать в условное подчинение вот этой структуре, вероятно, вообще не нужно. То есть очень много вопросов, очень много соображений, которые ответы на множество этих вопросов могут дать сами пользователи, юзеры. Более того, даже среди них могут и должны быть дискуссии, поэтому у меня нет никакой, тем более в упрощенном формате, несколько слов, несколько предложений, нет какого-то мнения по причине отсутствия должной информации. Я скажу более того, по ходу дела, видимо, это направление, тема будет развиваться и претерпит еще неоднократные изменения, потому что многое познается по ходу событий, в том числе в плане структуры, в плане эффективности. А все это прямо сейчас находится в процессе развития. Посмотрите, что было с беспилотными системами, а было немало в начале войны и к чему пришли на данный момент. В общем-то, есть даже в какой-то мере революционные изменения и масса новых возможностей. Поэтому мы находимся, что называется, по ходу вот этого, внутри этого революционного процесса. И внутри этого революционного процесса, в первую очередь, конечно же, украинские вооруженные силы. Причем с точки зрения и применения, и технического прогресса, и, конечно же, организационных возможностей. И здесь предстоит, и очень важно, чтобы здесь принимались, это, конечно, звучит банально, правильные решения, потому что от использования беспилотников зависит сегодня очень и очень много. Ну, мы обратились к Вадиму Сухаревскому, да, как раз за интервью, чтобы больше прояснить ситуацию, как это может работать. Опять же, разумеется, никто не собирается выяснять тайную информацию, то, что может помочь нашему врагу. Будем ждать этих комментариев. Надеемся, что у командующего сил беспилотных систем найдется для нас время. Но опять же, я же правильно понимаю, что таких вот, условно говоря, беспилотных войск в других армиях мы пока что не наблюдали?
Вроде бы да, вроде бы не наблюдали, но иногда это в заметной степени это может быть семантика. Ну, например, давайте возьмем Израиль. Израиль очень сильно развивал десятки лет назад, в том числе беспилотную тему, когда в большинстве армий мира беспилотников не было вообще. Правда, сегодня, если мы говорим о мелких беспилотниках, которые, например, активно развивает Украина, и не только, Израиль кое в чем отстал, я имею в виду в осознании, вот внедрении массового, абсолютно массового использования вот таких небольших машин. Так вот, в Израиле, например, войск беспилотных, как таковых, войск отдельного абсолютно рода и вида войск нет. Однако есть направление, если мы сейчас не говорим о научно-технических исследованиях, создании новых систем, а именно тех, кто применяет, то внутри военно-воздушных сил Израиля есть значительное количество направлений, напрямую связанных с беспилотными летательными аппаратами. Естественно, там есть и свой штаб, свой ответственный за их развитие, применение и так далее. И есть, например, отдельное направление в сухопутных силах. То есть, в первую очередь, причем это очень давно было, это еще было более 20 лет назад, в артиллерийских войсках под эгидой сухопутных сил. То есть есть своя структура, я не говорю, что она идеальная, возможно, она далека от идеала, но вот такие вот традиции. И не обязательно то, что в других странах подобного механизма, который создается или создан уже в Украине, нет, значит, что те страны правы, а в Украине не правы. Важно, чтобы сами юзеры, что называется, толковые пользователи беспилотных самолетов, беспилотных летательных аппаратов всех типов, проведя качественную штабную работу, как это принято называть, определили приоритетные направления и привели бы к тому, чтобы этот новый механизм был эффективен, потому что все, что рождается на ходу во время боевых действий и имеет огромное значение, все это, скажем так, как правило, подвержена разного рода проблематике, это очевидно. Причем проблематика может быть самого разного рода, технического, профессионального, иногда и политического. И вот здесь крайне важно найти какой-то оптимальный, не то что выход, а оптимальный путь развития. Опять же, мы видим, ну, то, о чем вы сказали, да, что происходят определенные революционные изменения по тому, каким образом применяются эти беспилотные аппараты. Тут и морские дроны, и воздушные, да, наверное, правильно их называть. Мы увидели, конечно, удар по этому аэродрому Ахтубинск, и там, судя по всему, наш враг это уже тоже признал, что был поражен Су-57, вот этот так называемый истребитель пятого поколения. Опять же, со стороны врага мы сразу начали видеть такие реплики, что, слушайте, ну да, это, конечно, все дорогая игрушка, все это дорогое, но не очень-то и хотелось, не очень-то и нужно. Как можно оценить потерю, ну вот, такого истребителя, как Су-57? Во-первых, потеря, в принципе, любого истребителя – это большая потеря. Сегодня в российской армии есть плюс-минус несколько сот истребителей, ну, сотни три с небольшим истребителей, тем более, если мы говорим новых самолетах. Да? Су-30, модернизированных Су-27, Су-34, Су-35 и вот эти Су-57, может быть, 300 с небольшим самолетов в строю находятся единовременно, причем не все из них исправны. Каждый самолет стоит значительных денег, то есть несколько десятков миллионов долларов, это самый низовой уровень, Су-57 гораздо дороже. И самолеты не штампуются. Если какой-то самолет выходит из строя, произвести новый самолет берет немало времени, без связи с тем, что он стоит денег. Поэтому потеря каждого самолета, она чувствительна сама по себе. В случае с Су-57, это еще и потеря символическая. Ну, во-первых, он особенно дорог с точки зрения финансовой. Во-вторых, их в самом деле совсем мало. Ну, там от 6 до 10, видимо, плюс-минус в строю. Причем они используются в экспериментальном режиме. Напомню, что самолет еще, в общем, не доведен до конца. Это такой, он в процессе своего создания. Там, например, двигатель еще не тот, который планируется на него смонтировать. Вероятно, и другие вопросы не решены до конца. Так вот, тут и символизм, тут и, собственно, стоимость и относительная уникальность. Уникальность я имею в виду из-за небольших количеств. С точки зрения качественных характеристик,
Самолет, как можно предположить, не намного превосходит имеющиеся в России аппараты, те же Су-35 и Су-30. Пятым поколением по американским стандартам, подчеркиваю, Россия вправе его относить хоть 19-му поколению, но по американским стандартам для себя. По американским стандартам, конечно же, он и близко не соответствует пятому поколению. В первую очередь, признак поколений, признаков пятого поколения можно назвать много, но главный и основной признак самолетоистребителей пятого поколения – это стелсовость, так называемая. То есть низкая очень низкая радиолокационная заметность в некоторых диапазонах. Так вот, по этому показателю Су-57 близок к лучшим самолетам четвертого поколения и не более того, а до американских F-35 и F-22 там буквально разница в порядке. И я не шучу, хотя данные по F-22 и F-35 секретны, но примерные показатели известны и примерные показатели Су-57 известны. Значит, ну а событие само по себе, то, что это в плане ценности. А в плане того, что снова российский самолет был поражен, а иногда и не один поражается, на аэродроме, когда он стоял в глубоком тылу, на открытой площадке, по сути, на взлетной полосе, видимо, стоял там не один день, потому что украинцы должны были знать, куда они бьют точно. Более того, сам по себе беспилотник украинский до Ахтюбинска летит много-много часов, это в лучшем случае. То есть знает, что самолет с большой вероятностью, самолет с места не сдвинется, свидетельствует о провале в российском подходе к сохранению собственной техники на собственных аэродромах. Причем, если в Крыму или где-то техника не раз оказывалась, или, например, в Луганской области, я говорю, вертолеты и самолеты, под ударами, скажем, ракет-атакам на и дальности их поражения, то тут здесь случай даже иной и весьма вопиющий с точки зрения российского командования, как мне видится, причем не первый раз. В Энгельсе в свое время поражались самолеты дальней авиации. Мало того, что ПВО не обеспечено авиабазы, что, кстати, само по себе непросто, тем более для тыловых авиабаз, но и не обеспечиваются базисные меры безопасности, например, не ставить самолет в одно и то же место на постоянной основе. Ну а о строительстве ангаров и разного рода укрытий я уже не говорю. А вот защитить от беспилотника с небольшой боеголовкой можно было бы даже довольно простым укрытием, не каким-то железобетонным. Более того, укрытия бы могли позволить российской армии добавить в скрытности, что называется. Все это я говорю, как это может показаться советами для них, но тут ни в коем случае они сами на уровне Z-военкоров обсуждают это месяцами и годами, но воз и ныне там, собственно, к счастью украинских военных, и результат мы наблюдаем. Действительно хороший результат, всем нравится. Опять же, есть подтверждение об одном таком Су-57, что он был поражен. Хотя от ГУР мы слышали, что, возможно, таких истребителей было два. Этого подтверждения мы пока еще не имеем. Тут, если возвращаться к теме авиации, было заявление руководителя авиации командования украинских воздушных сил Сергея Голубцова. Он с нашими коллегами из Радио Свобода общался. И он, например, сказал о том, что некоторые истребители F-16 будут базироваться на авиабазах не в Украине. И тут, конечно, возникает вопрос, опять же, как вы это понимаете, означает ли это, что, скажем так, F-16 украинские смогут совершить те операции, которые нужны нашему командованию по российским оккупантам, и после этого полететь на базу в страну НАТО, я не знаю, Румыния, Польша, что это будет? Я думаю, что речь идет не о вот таком. Вот то, что вы сейчас описали. Кстати, интервью было важно, достаточно важное, как я считаю, и познавательное в ряде деталей, потому что до этого разного рода официальные сообщения носили такой очень общий характер. Здесь он коснулся кое-каких нюансов, и этот один из них. Как мне видится, вот прямо взлетать, возвращаться на базу при возвращении, во-первых, на задание взлетать должны с Украины и с территории Украины. Я не вижу причин, почему бы и нет, хотя самолетам будет немало чего угрожать. МиГи-29, Су-27 и даже легендарные Су-24 носители
ракет «Скальп» и «Сторм Шэдоу» взлетают с территории Украины уже более 2 лет. Да, они сталкиваются с рисками, естественно, но работают и часто работают очень эффективно. Я не вижу причин, почему бы F-16 тоже так не действовать. Более того, причин вернуться куда-то после задания, улететь куда-то в Румынию, если речь не идет о какой-то особенной поломке, которую нужно снимать, я не вижу. Если самолет возвращается в Румынию, во-первых, в Румынию, я не знаю, почему я сейчас упоминаю Румынию, но, например, одну из стран НАТО, соседних, во-первых, это придает большего, ну, такое вот ощущение большего участия стран НАТО в войне, потому что если он возвращается туда непосредственно с боевого задания, и это не то, что страны НАТО хотят, чтобы это так выглядело. Во-вторых, зачем ему возвращаться, если этот самолет должен, может быть, вернуться в бой через 3 часа? Он отправится в Польшу, из Польши вылететь на новое задание через 3 часа после того, как он вылетел из условного Староконстантинова. Это зачем? Почему? А главное, уж из Польши уж точно они не будут вылетать и из других стран на боевые задания непосредственно, потому что это было бы тем самым участием в войне, которого НАТО опасается. То есть поэтому я причин вот такого вот создания такого рода ситуации, как вы описали, не вижу, кроме необходимости устранения поломок срочных. А вот базирование объясняется очень-очень, вот то, о котором говорил интервьюеры, оно очень объясняется очень простыми и важными причинами. У украинцев будет уже в скором времени больше самолетов F-16, чем пилотов, и, возможно, больше, чем персонал, который их может обслужить эффективно и на непрерывной основе. Но я бы сделал упор на пилотах, скорее, в первую очередь. И тогда создается необходимость увести самолеты из-под удара и, более того, дать возможность какому-то наземному, а может быть и воздушному персоналу спокойно тренироваться на своих самолетах где-нибудь, условно, в Польше, а не заниматься этим, опять-таки, на территории Украины, когда эти самолеты будут под ударом. Если вот эта вот необходимость хранить самолеты за рубежом, она как раз следствие того, в первую очередь, что персонала летного будет недоставать первое время, потому что если бы все было прекрасно с персоналом, я имею в виду в количественном плане, в количестве обученных пилотов, то не было бы никаких причин. Все бы самолеты можно было использовать единовременно. Ну, кроме тех, которые являются неисправными совершенно. Так что вот она причина номер один. Понял вас, спасибо, что объяснили. Давид, спасибо вам за этот разговор. Давид Шарп, військовий глядач, був з нами на зв'язку. У нас далі новини. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.